Значит так, относительно пляжа тут есть определенные проблемы, потому что отель находится как на горе. И поэтому заход в море будет очень неудобно. Нужно идти направо минут 5, и только там вы сможете увидеть нормальный пологий заход в море. Мы сейчас с вами в коридоре видим немножко не очень приятное, то, что выходят кондиционеры сюда, но сразу учитываем то, что это тройка. Это очень экономичная тройка за небольшие деньги, поэтому требовать от нее чего-то больше не стоит. Главное, туристы здесь получают очень то, что они хотели, это океан. Да, я бы еще один словами учил. Душевая кабина. В принципе, есть все самое необходимое, что нужно для человека. Поэтому излишеств нет. Какой-то шикарной обстановки тоже нет. Но есть самое необходимое. Делятся на два типа. Country View и Sea View. Это у нас Sea View.